Всем привет! Дождались очередную посылочку с Алиэкспресса. Вот она пришла. Не знаю, кто знает, может, напишите в комментарии, вот это ее распаковывали или не распаковывали. По идее, на китайскую запаковку это не похоже, он обычный скотч. Будто бы вскрывалось. В общем, вес посылки 340 грамм, оценили $5, хотя на самом деле стоимость $25. Вот, и ждали ее 30 дней. Сейчас посмотрим, что нам тут пришло. Довольно-таки неплохо запечатан. Посылка. Бумажка какая-то. Пупырки, все пупырки. Хороший продавец, не пожалел пупырки. Перед этим телефон заказывали, так не удосужились даже в такую пупырку замотать. Хорошо, хоть целый пришел, не разбился. И вот он. Оригинальный Vape Just 2. Батарейка на 3 ампера, так что вполне достаточно будет хватать. На целый день 100% хватит. Мощность 80 ватт у него. Весь вот такой вот. Запечатаны еще в целлофанчике. Вот такая вот красота. Ну что, откроем, посмотрим, что тут. Что тут у нас? Вот он. Вот он, вот он. На 3 ампера. Вот зарядка к нему. И сам испаритель. Так. Так, посмотрим, что тут еще у нас в комплекте идет. Довольно-таки неплохо все упаковано. Ага. Вот у нас шнурочек для зарядки. И два испарителя. Прикольно, что. Так. На 0,5 Ома. 100 ватт. А этот... 0,18 Ом. Попробуем самый ядовый, наверное, на 0,18 Ом. По идее, пара должна быть дофига с ним. Так. Это вот колечко, которое сюда, оно, по-моему, одевается. И регулировать подачу воздуха. Больше, меньше. Ой, что так плотно. Ладно, то потом разберемся. И инструкция. Инструкция, что, куда, зачем и почему. Попробуем собрать. Попробуем собрать, что нам тут пришло. Так, выберем 18.018. Где она тут? Так. Да, вот этот 50. Вот так, что-то не понял. Ага, вот 0.18. Так, вот он. Так.
Так, ну сейчас будем разбираться, как его, что и куда. Походу вот этот сюда надо вкрутить, что ли. Так. Закручиваем. Так. Теперь надо что-то тут открутить, вот эту что ли. Ага, тут еще, зачем же я распечатал, ё-моё, 0,3 ома стоит. Тут уже все стоит. Тут у нас получается еще два запасных. Ё-моё. Колхоз. Так. Надеваем это колечко. Пока пусть она все будет открыта. Оно у нас заряжено, не заряжено. Походу не заряжено, что ли. Еще надо зарядить. Ну ладно, сейчас нальем жидкость, может с жидкостью. Ну, не заряжено. Вот, купил пробную жидкость, вот такую со вкусом манго. Никогда не пробовал вообще раньше. Вот решил попробовать. Она без никотина. Так, а что-то она не откручивается. Так плотно затянуто, что ли? О, вот это закручено было. Так, вот сюда заливаем этот эфир. Аккуратненько, чтобы туда не попало. Емкость тут вот этого бочонка 5,5 миллилитров. В принципе, неплохой такой выбор. Не знаю, что можно лучше. Пахнет. Пахнет прикольно. Вон уплотнительные колечки тут все дела. Закручиваем. Да, он полностью в ноль разряжен. В общем, такая вот посылочка. Буду ставить сейчас на зарядку и пользоваться. В общем, я немного лоханулся, почитал инструкцию. Оказывается, его надо включать и выключать. Так что вейп заряжен, все нормально. Просто 5 раз, 3, 4, 5 нажать на кнопочку, все, вот он включился и можно кайфовать. Вообще прикольная тема. Я взял без никотина. Курица как кальян. Вот вкус манго. Вообще кайфово. Просто супер. Пара достаточно. Прям вот. Не то, что достаточно. Много пара. Вообще прикольная штука. Вот, кстати, заказывал я ее оригинальную. Вот ссылку на товар в описании оставим. Всем спасибо за просмотры. Если есть вопросы, пишите в комментариях, задавайте, не стесняйтесь. Всем спасибо, всем удачи.